Письмо Андрея Петаки жене. Город Куйбышев, 17 апреля, 42 год. Дорогая Галюся, пиши эту записку в торжественной обстановке перед вступлением в бой. Сегодня идем в наступление на фашистов. Впервые будем участвовать в бою. Это письмо пишу в лесу, пока стоим в ожидании приказа. Всех бойцов приподнятое настроение. Никого нет страха или тревоги. Идем в бой сознательно, зная, что надо бить и разбить врага. Галка, дорогая, бой чреват всякими возможностями. Надеюсь, что буду жив, но, может быть, могут и убить. В этом случае не забудь меня. Расти нашу Люсю в том духе, в котором были воспитаны мы. Пусть любит жизнь и труд, пусть будет честным человеком, но я надеюсь, останусь невредимым и еще буду бить врагов. Ну пока, дорогая, любил и люблю тебя, еще долго буду любить. А вернусь домой, заживем новую жизнь в любви и дружбе до старости. Целую и обнимаю тебя и нашу кошку Люсю, ваш Андрей. Мне кажется, ему было очень страшно. То, что первый бой он никогда не воевал. Он прощается с этой женщиной. У него была дочка. Вот. И он думал, то, что а вдруг я умру, и как она будет одна. Когда я читала это письмо, я произносила чувство грусть, потому что мне было очень жалко. Я бы хотела узнать с моей семьи, например, бабушка, она воевала, какие медали она получала. Я не знаю.